То, что сейчас происходит с совхозом имени Ленина, на самом деле это не единичный случай. Подобные вещи, когда пытаются уничтожать народные предприятия, происходят по всей стране. Вот сейчас ко мне подходил мужчина, у нас в крае точно так же пытаются уничтожить колхоз. Вы подойдете потом, выступите, да? Мы дадим вам слово. Что сейчас происходит? Все знают, что в 2024 году пройдут выборы президента. И на этих выборах самым сильным кандидатом, это естественно, будет Павел Грудинин. И сейчас власти, он очень неудобен нашей власти. Он своей работой, своим колхозом показал, что даже в наших условиях, в условиях капитализма, можно создавать очаги социализма. Он показал, что человек труда может получать честную, достойную зарплату. Он показал, что человек труда может жить и быть уверенным в своем будущем. Он показал, что могут выполняться все социальные гарантии даже внутри капиталистической воровской страны на примере одного своего предприятия. И сейчас он стал очень неудобен власти, потому что через каких-то 5 лет на выборах, когда он пойдет, он будет самым ярким, самым главным, самым сильным кандидатом. И сейчас делают все, чтобы лишить его вот этого примера, его очага социализма, чтобы лишить его финансовой поддержки, чтобы забить его, задолбить проблемами и просто убрать, вот таким образом уничтожить и передовое предприятие, и передового кандидата, и передового конкурента на выборах. Мы здесь сегодня собрались. Сегодня митинги проходят по всей стране. По всей стране. Они только в Приморском крае проходят, во Владивостоке, в Находке, в Уссурийске. Проходят митинги в поддержку совхоза. Мы хотим сказать нет. Нет разграблению, нет развалу народного предприятия. Мы хотим сказать да Павлу Грудинину, да социалистическому хозяйствованию, да людям, человеку труда. Но подходите, сейчас слово предоставляется первому секретарю Приморского краевого отделения КПРФ Долгачёву Анатолию Николаевичу. Товарищи, земляки, приморцы, жители Владивостока, мы с вами наблюдаем в очередной раз позицию власти по отношению к неугодным, к тем, кого они боятся. И боятся, причем очень страшно. Казалось бы, просто митинг в поддержку совхоза, просто митинг в поддержку Грудинина, но его не разрешили провести в центре. Ни на центральной площади, якобы там ярмарка, ни у памятника Ленина. Загнали в гетто на вторую речку, пытаясь всячески изолировать эту тему. У нас по телевизору говорят про Сирию, про Зеленского, кучу других новостей, но ни слова о том, что банкротят лучшее предприятие в стране, где заработная плата обычного рабочего человека 70 тысяч рублей. Представьте, 70 тысяч. У нас тракторист в селе получает 15, а там 70. Конечно. Конечно. Безусловно, из-за этого они его боятся. Боятся, что не могут предоставить Грудинину альтернативы. Потому что этой альтернативы за 25 лет в условиях правления капиталистов не получилось. Именно поэтому сегодня банкротят лучшие хозяйства. Грудинин не один в стране. Есть предприятие «Свинокомплекс» в Иркутской области, Усольский. Есть предприятие «Звениговский» мясокомбинат, Мариэл, но их не показывают. Об этом только красная линия, партийная наша КПРФ, коммунистическое телевидение говорит, а власть об этих примерах не говорит, потому что им стыдно. У них нет хозяйств. Капиталистический рынок сегодня фактически поглотил все. Село душат, молодежь из села убывает. Много говорят о молодых специалистах, но этих специалистов молодых теперь не догнать в село. Что им предоставляют? Квартиру? 25 тысяч рублей, а жить на что? Кормиться с огорода? А когда этот огород выращивать, если
ты должен работать сутки напролет. Именно поэтому они боятся не только Грудинина, но и программу КПРФ, с которой вышел Павел Николаевич на эти выборы. Сегодня по всей стране мы заявляем, каждый из нас Грудинин. Поодиночке, конечно, можно сломать. Так ломали не раз сильные личности, олигархические системы. Капиталисты очень боятся сильных людей. Но еще больше не боятся тех, кто умеет объединять. Кто сумеет объединить коммунистов, например, и защитников скверов, тех, кто выступает против точечной застройки. Тех, кто умеет вести за собой народ. Именно поэтому сегодня Грудинин как кость в горле. Пускай нас сегодня мало пришло, пускай нас немного, но каждый из нас – это рупор. Каждый из нас – это знамя Грудинина. Поэтому, товарищи, еще раз мы должны сегодня заявить – не банкротству народного предприятия, да народному президенту Павлу Николаевичу Грудинину. Владивосток, Приморский край вместе с Грудининым. Спасибо. Товарищи, записано выступление. Сейчас слово председателя Гришукова Владимира Витальевича. Подходит, записывай, кто будет выступать. Дорогие друзья и товарищи, я думаю, что мы все с вами прекрасно понимаем о том, что причиной бед и страданий, которые сегодня испытывает наш народ, причиной того, что пытается сегодня обанкротить лучшие в России предприятия, а таких предприятий в России сегодня насчитывается около 200, народные именно предприятия. Так вот, главная причина состоит в том, что сегодня к власти пришли предатели и перевертыши, бывшие члены некоммунисты КПСС, бывшие сторонники, так сказать, и активные сторонники социализма, а сейчас они перестроились и пытаются навязать нам драконовские порядки, а более конкретно общество капиталистическое. И благодаря именно этому мы сегодня переживаем не лучшие времена. В этой связи хочу вам сказать, 12 июня этого года в Москве прошел большой митинг патриотических сил, народно-патриотических сил России. На этом митинге обсуждали вопросы, связанные с политическими репрессиями. Кто не знает, сегодня более 50 человек находится в застенках по приговору этого антинародного режима. И выступали в защиту экс-кандидата президента России Грудинина. Я предлагаю на нашем сегодняшнем митинге включить в нашу резолюцию требования, которые были единогласно приняты 12 июня в городе Москве. Первое. Начать процедуру народного импичмента Путина как нелегитимного президента Российской Федерации, роспуска правительства Государственной Думы и Совета Федерации. Второе. Передать всю полноту власти в руки правительства народного доверия, сформированного коалицией всех национально-социально ориентированных объединений граждан. Третье. Провести люстрацию и изгнать с работы всех, запятнавших себя противоправными преследованиями и заказными решениями судей и сотрудников силовых структур. Четвертое. Созвать конституционное собрание для проведения реформы Конституции путем всероссийского референдума по принятию народной конституции, подготовленной на основе предложений всех национальных, социальных, ориентированных объединений граждан. Для выполнения поставленных задач сформировать коалицию избирателей Павла Николаевича Грудинина из граждан, которые поддержали его на выборах в 2018 году. Россия должна стать суверенным государством народной свободы и справедливости. Кто за это, прошу поддержать и внести в резолюцию. Да здравствует социализм, да здравствует народная власть, которая избавит от бед и страданий наших детей и внуков, которая создаст рабочие места,
который сделает так, что люди, уходя на пенсию, будут себя считать свободными от всяких преследований со стороны власти. Я уверяю вас, только социалистический путь развития избавит нас от бед и страданий. Ну а, конечно, в поддержку Павла Николаевича сегодня действительно проходят все митинги по всему краю. Я вот сейчас только что прибыл с Большого Камня. Слово сказать, 22 апреля там установили памятник Владимиру Ленину, а сейчас готовят памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, который будет установлен 21 декабря рядом с памятником Ленина. Так держать. Спасибо за внимание. Слово предоставляется комсомольцу. Молодой человек Артур. Я, товарищи, все о плохом, да о плохом. Вот у меня хорошая вещь случилась. Вещь случилась в жизни. Я недавно защитил диплом. Скоро его буду получать, можете меня поздравить, очень рад. Спасибо. Сейчас наконец-то стану автономной гражданской единицей. Найду работу, слезу с мамкиной шеи. Или нет? Знаете, у меня год назад похожая ситуация произошла вот у девушки именно. Она получила диплом, и после этого последующие полгода она провела в штудировании объявлений, ходила по собеседованиям. И знаете, в чем главный прикол? В том, что это было как раз в то же самое время, когда принимался законопроект о повышении пенсионного возраста. Как вы думаете, насколько легко будет найти работу мне? Можно уже идти на русское поставить. Удобно? Ладно, ладно, черт со мной. Как вы думаете, насколько тяжело будет найти работу тем, кто через 5 лет выпустится из университета, когда законопроект вступит в полную силу свою? Ну, может быть. Может быть. Ладно, хорошо. Может быть, в этом законопроекте кто-то усмотрел что-то положительное. Хорошо. Ну, может быть, тогда проблему с безработицей все-таки как-то решает государство. Может быть, выпускникам предоставляются какие-то рабочие места. Ну, нет. У меня есть друг, который заключил все-таки контракт, когда поступил. Он должен после этого пойти на предприятие и получать там 20 тысяч в течение 5 лет. И прикол в том, что этот друг единственный. И таких специальностей единицы. И из всех числов выпускников, поверьте, я знаю, о чем говорю. Вот те, кто заключает контракт и находит себе сразу работу, они даже не составляют 1% из всех выпускников. Не составляют. Ну ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Давайте дадим шанс нашему государству прекрасному. Может быть, все-таки у нас появляются новые рабочие места какие-нибудь. Приятия нет. Ну, к сожалению, тоже нет. Да, все правильно. Число, это общеизвестная информация. Число заводов и крупных предприятий только сокращается со временем. Вот взять тоже совхоз имени Ленина Ленинский. Он работал там с 12 лет. Завхоз был местом работы множества людей. Они получали достойную зарплату. Сейчас, насколько я понимаю, совхоз не функционирует. Люди не работают. При этом на это место претендуют крупные застройщики Москвы и Подмосковья. То есть, опять же, люди лишаются места работы, так происходит не только с этим совхозом в частности, а со всеми местами крупными, которые дают вот эти рабочие места людям. И самое главное, если мы ничего не изменим, то, может быть, сейчас это незаметно, но мы стоим сейчас на пороге крупной безработицы, которая коснется, ладно, если не вас, то точно ваших близких или родных. И на самом деле это вообще ни хрена не смешно, я начал шутки, ну, извините. Вообще, на самом деле, это очень все грустно, и надо осознавать, что изменить это можем только мы с вами, и не кто-то там сверху. Спасибо. Слово депутату законодательного собрания Беспалу Владимиру Георгиевичу. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Думал, сегодня будет немножко побольше, но надо просто постараться, чтобы то, о чем мы здесь сегодня говорим,
что мы сегодня примем в резолюции, дошло до каждого жителя Приморского края. И наша резолюция об отставке президента, об импичменте, об отставке правительства, я настаиваю на этом, по защите народных предприятий, по, в конце концов, действительно, потому как сделать, чтобы народ оказал доверие, и мы победили, и у власти стало народное правительство. Вот об этом надо говорить, и не только убеждать друг друга, но каждого, кто живет с вами рядом, каждого родственника, каждого, кто работает с вами, только тогда будет набрана критическая масса. Только тогда на выборах без революции может произойти вот это вот желаемое. Я депутат уже 13-й год, повидал всякое. Вот недавно в краевой администрации в законодательном собрании обсуждали вопрос о том, чтобы вместо администрации края, вместо департаментов, вице-губернаторов будет правительство Приморского края. Самое интересное, тут же сказали, что губернатор будет получать 80% от доходов федерального министра. Можете покопаться где-нибудь в Яндексе, поймете, что зарплата любого министра у нас от 5, 8 и выше до десятков миллионов рублей. А дальше идет градация, когда министр правительства Приморского края получает огромный оклад, а потом еще он увеличится в 6-8 раз. И также некоторые руководители оставшихся департаментов. Но внизу, где есть специалисты среднего и низшего звена, у них зарплата остается практически такой же, как сейчас, 30 тысяч рублей. И коэффициент увеличения не 8, не 6,5, а только 2. И при этом главная идея правительства сделать так, чтобы... Главная идея по созданию правительства, чтобы оно работало эффективно, на благо народа, для повышения его благосостояния. Я задал вопрос первому вице-губернатору. А какие вы ставите перед собой задачи на год, на несколько лет? Может быть, тогда вы будете реально оценивать эффективность своей работы. А если не будете выполнять эти обязательства, уходите. Молчание. У нас на Дальнем Востоке самый низкий прожиточный минимум пенсионера. Меньше 10 тысяч. Хотя по моим расчетам и по расчетам специалистов, давно уже за 11 тысяч должно быть. Средняя зарплата 13-14 тысяч. Средняя зарплата не 42 по краю. Это блеф. Это как температура по больнице средняя. Потому что у нас зарплаты порой не превышают 15-20-25 тысяч. Как дальше можно жить, когда инфляция... Реальная инфляция достигает 10 и более процентов и по продуктам питания, и по оплате жилищно-коммунальных услуг, и по всем остальным моментам, и транспорт, вплоть до уборки мусора и так далее, и так далее. Я считаю, что вот как нам надо использовать любую возможность для того, чтобы раскрывать глаза людям, потому что благими намерениями умощена дорога куда? В ад. А для нас это просто разрушение России. И еще я хотел бы сказать в конце. Ну, отношения Украины с Донбассом, отношения Украины с Россией, это очень-очень сложная проблема. Остается неделя до выборов в Раду Украины. Есть блок, за который, я думаю, любой русскоязычный украинец, а их, я думаю, половина, если не большинство,
должен проголосовать именно за этот блок. Не за блок нового президента, этого комика со странностями. Не за коррупционера и врага украинского народа Порошенко и за остальных. Поэтому вот у меня жена украинка, ну кое-какие связи остались на Украине. Вот надо звонить, писать, налаживать мосты, разговаривать. У нас здесь, наверное, процентов 10-8 украинцев живет. Надо сделать так, чтобы проголосовали так же, как сейчас уже 5 лет голосует Луганск и Донбасс. То есть власть тем, кто уважает русскоязычных, кто уважает простых людей. И вот эти вот шаги, выдача русских паспортов, там еще какие-то, это все полумеры. Я недавно прочитал книгу Захара Прилепина «Не все попадут в ад». Это его исповедь о том, как он 3,5 года был заместителем командира батальона на Донбассе. И видел смерть, и видел предательство чиновников, и предательство Москвы. И не зря он в этой книге президента России называет императором. И не скрывает своего отношения, что нельзя бросать своих. Нельзя, но, к сожалению, это происходит. И я думаю, если мы будем вот больше знакомиться с такими книгами, как «Не все попадут в ад», а вчера был фильм с его участием, Захара Прилепина, тоже интересный фильм по НТВ. Я думаю, в конце концов, общественное мнение превысит критическую точку, и мы, как это иногда, будем выигрывать на выборах. Я полностью поддерживаю лозунг в поддержку Грудинина, в поддержку совхоза имени Владимира Ленина. Но у нас есть еще и красные губернаторы. Например, Сергей Левченко, это Иркутская область, который сражается за то, чтобы уменьшить миллиардные расходы на то, чтобы привести в порядок затонувшие города и села. И его сейчас вдруг начинают обвинять, что он прикрывает лесную мафию и так далее. Я знаю этого человека, и Владимир Витальевич знает его прекрасно. Это честнейший человек, но специально его подставляют для того, чтобы подготовить почву для смещения. Такая же работа ведется по коммунисту мэру Новосибирска Локотю, по губернатору города Орла, Орловской области. Тоже наш человек из Москвы, молодой, энергичный. Поэтому нам надо просто защищать всех, кто, несмотря ни на что, работает во власти, во благо народа. И я бы хотел, так же, как предыдущий оратор, сказать, импичмент президенту, кто за? Долой правительство, либеральное правительство Медведева. Кто за? Защитим наших, тех, кто защищает интересы простого трудового народа. Мы победим, если будем едины. Ура, товарищи! Но на этой волне я бы хотел дать слово избранному губернатору Приморского края, коммунисту Андрею Ищенко. Коммунисту, который на самом деле победил в Приморском крае, и мы знаем, как и каким образом у него украли победу. Друзья, всем добрый. Спасибо всем большое, кто здесь собрался. В 2018 году, летом, я, наверное, уже предвидел, что у нас будет второй тур выборов. И в мае-июне месяце я собрался, одел футболку красную с надписью «Красный губернатор» и приехал в приемную совхоза имени Ленина. До этого я Грудинина не видел вживую ни разу. Он вышел из своего кабинета, это обыкновенный рабочий красный директор, и говорит: «Ты откуда здесь взялся?» Я говорю: «Я приехал из Приморья, из Владивостока». Он говорит: «А зачем?» Какой-то, говорит, красный губернатор, и улыбнулся. «Ну, говорит, давай, заходи ко мне».
Через 15 минут я зашел к нему в кабинет, мы с ним обстоятельно поговорили и договорились о чем? Что если в Приморском крае в сентябре 2018 года будет второй тур выборов, приморцы поддержат представителя партии КПРФ Андрея Ищенко, то Павел Николаевич Гурдинин приедет и поддержит население Приморья и кандидата здесь. И он свое слово сдержал. Все мы с вами зафиксировали, в голове это остается. Я думаю, что во втором туре выборов победил представитель народа. Победил представитель КПРФ. Да, выборы были отменены. Ни одно из решений судов его не отменило. Были обращения с моей стороны представителей партии в Следственный комитет и в прокуратуру, во все органы. В преддверии Нового года 2018, переход на 2019 год, Верховный суд Российской Федерации признал, что отмена выборов была легитимной, была законной. Но мы-то с вами понимаем, кто на самом деле победил. Тем не менее, мы сейчас здесь вместе с вами собрались для того, чтобы поддержать большой совхоз. Там работает порядком 300 человек, это 300 семей. Выпускают чудесные продукты. Вот все думают только клубнику, на самом деле там не только клубника. Там клубника, голубика, там выращивают картофель, там производят яблочный сок, там много чего делают. И там на самом деле, вот если бы в каждом городе, в каждом муниципальном образовании, на каждой территории нашей страны были бы такие совхозы, то я думаю, чтобы вся страна к этому бы стремилась. Хочется от лица всех нас поддержать Павла Николаевича в его сложной борьбе. Ему там сложно, потому что противостоять против рейдеров, которые хотят забрать гектары земли, которые стоят на сегодня по оценкам порядком там несколько десятков миллиардов рублей, это очень сложно. Планируется там очень простая. Там в Подмосковье планируется застройка жилыми кварталами, а никто не берет в расчет того, что жители этого совхоза, работники этого совхоза и в целом жители Подмосковья лишатся, помимо рабочих мест, они лишатся качественных продуктов без содержания химии и всего остального. Еще раз всем спасибо. Спасибо, что пришли, поддержали. Просьба, делайте репосты в социальных сетях, поддерживайте Павла Николаевича, его совхоз, потому что то, что происходит с ним, на самом деле может произойти с любым предприятием у нас в России. Ярким примером у нас на сегодня является и Спасск-цемент, является примером и завод «Звезда» в Большом Камне, где возможно сокращение рабочего времени или рабочих мест, и много других предприятий Приморского края, которые, к сожалению, даже в этом году уже были предъявлены на банкротство. Спасибо. Слово представляется Шесту Яне, коммунист, представитель общественного движения, Ян, назовешь, да, как? День, уважаемые товарищи, соратники, единомышленники. Яна Шесту представляю как КПРФ, так и созданное нами общественное движение, Приморское краевое общественное движение в защиту прав граждан. Называется оно «Право народа». Присоединяйтесь, пожалуйста, если еще кто-то думает, раздумывает вступить в КПРФ, вы можете прийти к нам и активно участвовать в различных мероприятиях. У нас очень много сейчас и на выборах, также в сентябре этого года. Но я не о том. Я на самом деле хотела выступить и рассказать, поделиться с вами. Не все, конечно, были в совхозе имени Ленина, не все имели возможность общаться с этим человеком, настоящим хозяйственником, настоящим управленцем. Так вот, я хочу рассказать о том, что на самом деле в партию, коммунистическую партию, и в активную политическую жизнь нас, нашу семью, меня и мужа, привел именно Павел Николаевич Грудинин. Мы были рады в конце 2017 года, узнав о таком мудром, правильном решении Геннадия Андреевича Зюганова, когда он не коммуниста выдвинул настоящего хозяйственника и управленца Павла Николаевича Грудинина. С того момента, декабря 2017 года, мы активно, причем,
вместе с партией. Работаем непосредственно, реализуя наши задачи. 10 шагов коммунистической партии, 20 шагов Павла Николаевича Грудинина. И в марте прошлого года мы поехали к Павлу Николаевичу в совхоз. Я хочу сказать, что если кто-то говорит о том, что он олигарх, не верьте, он живет в обычной квартире вместе со своими работниками, в обычном многоквартирном доме, на одной площадке с комбайнером, на одной площадке с дояркой. Обычный нормальный человек. И что самое главное, он очень любит свой народ, он очень любит своих работников. И он прежде всего делает так, чтобы была социальная справедливость установлена. И хочу сказать, что вот этот островок социальной справедливости в совхозе и в этом поселении одноименном совхоз имени Ленина, этот островок, он действительно реализован. Там прекрасная школа, Павел Николаевич нас водил по этой школе, там прекрасные детские сады, все сделано для людей, все сделано не только для своих работников, но и прежде всего для жителей этого поселения и для своих детей, для прекрасного нашего будущего поколения. Там действительно растет рождаемость, там очень много появилось многодетных семей. И хочу сказать, что сегодня мы вышли прежде всего поддержать жителей этого поселения, поскольку власти области, этой воровской, олигархической клики хотят упразднить это поселение, хотят забрать земли сельхозназначения и застроить поля с клубникой, поля с картофелем, эту прекрасную ферму, которая есть у Павла Николаевича, все застроить многоквартирными домами. Это называется человениками. И мы боремся против этого решения. Причем власть изворотлива, власть коварна и власть преступна, поскольку в основу принятого решения Московской областной думы было положено сфальсифицированное решение Видновской думы. Оно было действительно сфальсифицировано. Сейчас жители совхоза имени Ленина борются за восстановление справедливости, за привлечение к уголовной ответственности того руководства представительного органа «Видное», которые и подготовили этот документ, представили его в качестве подтверждения, что депутат и представитель орган проголосовал за объединение и упразднение этого поселения совхоз имени Ленина. Так вот, и требует привлечения к уголовной ответственности. И я прошу в резолюцию также включить, уважаемые организаторы, наши требования о привлечении к уголовной ответственности фальсификаторов. И поддержим Павла Николаевича Грудинина, потому что если мы сейчас не отстоим совхоз, мы не отстоим и нашу страну, нашу родину. Мы все Грудинин, мы все совхоз имени Ленина. Уважаемые товарищи, у нас на митинге присутствует специально прилетевшая в Владивосток девушка Кристина. Она уже 10 лет живет в совхозе имени Ленина. И все то, что сейчас происходит там, ей, ну, близко к сердцу, да, вы выступите, да, Кристина? Добрый день всем. Постараюсь кратенько. Могу сказать, что живу там 10 лет, у меня двое детей, и мои дети... Смотрите, там все секции для детей бесплатные. То есть это и футбол, и баскетбол, и бассейн. И можно перечислять очень долго. То есть обеды, продленка, завтраки в школе все бесплатные. И все это благодаря Павлу Николаевичу Грудинину. Фитнес очень хорошо оборудованный для жителей поселка, тоже бесплатный. Там и тренажерные залы, и аэробные залы, то есть кардиозалы, и занятия разнообразные. Все это тоже для жителей бесплатно. Также у нас абсолютная, я бы сказала, безопасность в поселке. Мои дети свободно гуляют, я не переживаю, везде камеры, люди очень приветливые, отзывчивые. Все мы, конечно, помогаем друг другу. И, могу сказать, что Павел Николаевич всегда
открыт к диалогу, а всегда к нему можно обратиться, если какая-то проблема в семье, даже личного характера, он всегда выслушает, и чаще всего он обязательно помогает. То есть я знаю этих людей лично, которым он помог. Ну, могу сказать, что это, конечно, уникальное место, где я только не была, такой красоты, такой ухоженности, такого порядка я не видела нигде. У нас необыкновенные места отдыха для людей. И все это абсолютно бесплатно. Наши парки посещают вся Москва, приезжает с детьми. И все просто в восторге говорят, ну это просто невозможно. Это так красиво, так настолько все продумано, оборудовано. Такого я тоже нигде не видела. В России уж точно. Поэтому спасибо Павлу Николаевичу Грудинину. Пенсию Павел Николаевич не назначает, но пенсионерам он помогает. У нас каждую субботу ярмарки, и пенсионерам, я знаю точно, выделяют овощи. То есть все овощи, морковка, лук, картошка, на все праздники их поздравляют, приглашают. Если какие-то праздники, если это, например, масленица, то нас кормят блинами, всех. Мы приходим, и там всем раздают блины. То есть это постоянная организация досуга всего поколения, то есть и младшего, и старшего. Вот, мы все Грудинин. Спасибо. Спасибо вам большое. Действительно, Павел Николаевич доказал. Ведь вокруг Москвы был не один колхоз, но были десятки колхозов. И где они сейчас все? Они все разграблены, земля украдено у крестьян, кем-то продано, деньги выведены за рубеж, там построены дворцы, куплены яхты, а крестьян ничего не осталось. Это единственный островок, который доказывает нам, что социалистическая идея хозяйства, она жизнеспособна, и при ней может быть гораздо лучше, чем при капитализме. Сейчас я даю слово Петруку Максиму, это кандидат в депутаты Уссурийской думы, наш товарищ коммунист. Всем здравия! Что хочется сказать, да, много слов говорим о том, что совхоз Грудинина в условиях капитализма организовал народное предприятие. Да, это так. Вот неоспоримо, что это так. В условиях капитализма, социализма. Я думаю, что надо будить народ и говорить не о том, что мы в условиях капитализма, а о том, что мы в условиях феодализма. Что мы пришли к рабовладельческому строю. Будить людей надо именно этим сейчас. То, что вы все граждане России являетесь финансовыми рабами. Либо в кредитах, либо еще в чем-то. Кто-то 5 лет назад купил квартиру за 200 тысяч долларов. Что сделала власть? Обвалила курс, и она стала стоить что? То есть, а уехать отсюда, что-то сделать? Рабы, практически финансовые рабы. Кто не согласен, что сейчас феодализм? Вот сейчас был пример, выступал губернатор, который пытался пройти легальным способом на выборах. Что сделали? Второй тур, фальсификация, административный ресурс, все что угодно. Отменили. Новые выборы. Что они делают? Они просто запрещают ему идти на выборы. Через что? Через свои законы. До этого, значит, они вообще назначали губернаторов. То есть, впрямую раздавали уделы на кормление своим людям. Какой это капитализм, демократия или еще что-то? Чистый феодализм, чистая империя, император. Империализм просто. Во главе с олигархами, с кругом, который его окружает. Вот о чем надо говорить людям. Привязали нас к местам, банками, еще чем-то. Все просто рабы. И дальше что они делают? Они переводят экономику, мало того, что это феодализм, уделы и так далее, переводят экономику чисто в сырьевое русло. Чисто сырьевое русло. И говорят, что на этой территории должно проживать 15-20 миллионов, не больше. И этого достаточно, чтобы окормлять их, чтобы обслуживать их. Остальное население привести к геноциду.
Зачем оно здесь нужно нам? Давайте отдадим, продадим все китайцам. И что показал Грудинин, почему его так испугались? Почему? Он собственник. У него был там контрольный пакет акций. Он отличный предприниматель, он отличный бизнесмен. И он не стал набивать свои карманы. Он сделал реально народное предприятие и показал, что в любых условиях, если человек есть человек, если он придерживается социального понимания в обществе, он в состоянии привести свое предприятие к народному предприятию. Вот что сделал, вот что показал. Вот как он будет нас всех. Поэтому ура Грудинину! Спасибо за внимание. Слово предоставляется коммунисту, экологическому активисту из Находки Ивлевой Лилии Акрамовне. Здравствуйте. Я приехала в составе делегации партизанского районного местного отделения КПРФ. Здесь присутствуют лица, которые участвовали в контроле и за ходом выборов Грудинина, президента, вернее, Российской Федерации, и губернатора Приморского края. Это первый секретарь Писковец, у нас Виорел, секретарь местной ячейки Будённовской, я, Лира Акрамовна Ивлева, и у нас здесь присутствует организатор собрания публичного жителей Находки, наказы жителей Находки Павлу Николаевичу Грудинину, которая состоялась 3 марта 2018 года, буквально за несколько дней до выборов. Было 26 пунктов наказов, и эти наказы были выстраданы нашим активам. Очень много, что мы просили. Мы просили, конечно же, такие злободневные темы, как, например, запретить снижение размеров санитарно-защитных зон. Вы это знаете. Просили мы создать государственную службу лесовосстановления. Вы сейчас видите, что у нас идет не лесовосстановление, а лесоистребление. Мы просили создать государственный, дальневосточный институт градостроительного проектирования. Если бы он был создан, у нас бы много каких катастроф не случилось, потому что у нас сейчас проблема с тем, что во власти мало грамотных специалистов. Мне бы хотелось подчеркнуть, что когда были выборы президента Российской Федерации, к сожалению, еще немногие россияне и приморцы осознали, что будущее за такими людьми, как Грудинин, они должны стоять во главе нашего государства. Сейчас многие из этих людей сожалеют об этом. К сожалению, выборы, контроль за ходом выборов именно во время избирательной президентской кампании показал, что была очень низкая явка, а те, кто пришли, меньшинство отдало за Грудинина голоса, это факт. Но при том, при всем, народ сейчас активно просыпается и осознает, что он потерял. И в сентябре, 16 сентября, в нашем районе партизанском победил Андрей Ищенко. Он победил с 6% отрывом. И это при том, что у нас еще на 25% участков избирательных был не тотальный контроль. И при том, что явка была около 40%, это очень низкая явка, ее недостаточно для убедительных побед. Но я хочу сказать, что наше местное отделение проводило учебу наблюдателей. И мы вот с Писковцом Станиславом Юрьевичем дежурили до 3 ночи, и пока сводную ведомость не получили, мы не ушли. Сохранили этот результат. И мне хотелось бы, чтобы мы к 2021 году пришли подготовленные,
и чтобы мы взяли и законодательное собрание Приморского края, и Государственную Думу. Народ готов идти голосовать за коммунистов. И это нужно сделать. И, конечно же, нам очень бы хотелось, чтобы Павел Николаевич Грудинин заявил свою кандидатуру, и чтобы КПРФ его поддержала в 2024 году. А может быть, это случится и раньше. Поживем, посмотрим. Но в любом случае, 2021 год будет очень судьбоносный. Я прошу всех, объясняйте, что нужно ходить на выборы. Но не только на выборы нужно ходить. Каждый коммунист, каждый человек, который хочет, чтобы жизнь страны изменилась в лучшую сторону, должен участвовать в контроле за ходом выборов. Я желаю Павлу Николаевичу победы. Я всем нам желаю победы, чтобы у нас все получилось. Благодарю за внимание. Слово предоставляется Владимиру. Это он сейчас расскажет про ситуацию в Спасском районе, подобное совхозам. Владимир. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владимир, я приехал из города Уссурийска. Но хочу рассказать о ситуации, которая сложилась в сельском хозяйстве в Спасском районе. Я представляю категорию ветеранов локальных войн. В Спасском районе ветераны локальных войн спасли от банкротства несколько лет назад колхоз «Русановский». Сформировали там команду. Там есть сейчас потенциальные инвесторы, которые хотят зайти, работать и предоставлять рабочие места, в том числе и жителям Русановки, Спасского района, и ветеранам локальных войн. На что пошла власть, чтобы не отдать этот колхоз, когда они увидели, что банкротство уже снято. Они готовили уже о банкротстве. Сейчас готовится рейдерский захват на 24 июля. У нас уже есть информация. Стоит во главе этого чиновники администрации края, которые прикрываются всякими инвест-агентствами, которые якобы работают с Москвы, с Хабаровска и с других регионов. Сегодня в Спаске работает губернатор Кожемяка. Он проехал буквально по районам, вы знаете, с понедельника. Наши представители стоят возле администрации Спасского района и города Спаска. Их туда не пускают, чтобы довести эту информацию. Эту информацию мы доводили до министра сельского хозяйства Патрушева, до полпреда Дальнего Востока, до президента, до губернатора неоднократно, до директора департамента сельского хозяйства Бронса. Но никто не обращает внимания, все ждут, пока колхоз будет обанкрочен и рейдерски захвачен, и потом перепродан, соответственно, за большую сумму. И сюда придут китайцы, будут там нас засыпать и кормить нас помидорами и картошкой, выращенной на селитре. Потому что в Китае они эту продукцию не повезут. Им не нужны здесь жители. Им нужно, чтобы возрастало онкологические заболевания, чтобы люди здесь не работали, теряли работу и уезжали. Поэтому прошу включить в резолюцию данного мероприятие нашего о банкротстве, о рейдерском захвате, не банкротстве, рейдерском захвате именно колхоза Русановска в Спасском районе и непринятие мер президентом, полпредом и губернатором Приморского края. Спасибо. Слово предоставляется Шесту Александру. Добрый день, друзья. Спасибо, что вы пришли на этот митинг. Я буквально коротко в завершении хотел еще раз подтвердить. Я тоже был в совхозе имени Ленина дважды, в марте прошлого года, в мае. Все, что в рекламных роликах от коммунистической партии шло, это действительно правда. Действительно стоит самая лучшая школа в Европе. За 2 миллиарда построил ее Павел Николаевич. Не в офшоры вывел деньги, а вложил там, где он живет. Был на его полях, видел клубнику на соломке подстельная, видел сады яблоневые, был на ферме, где аппаратное доение идет, ну, современное, то есть оператор даже корове не подходит, там, ну, самые современные технологии в его совхозе. Совхоз в прошлом году праздновал столетие, он был создан в 1918 году. Вот, пройдя 100 лет, похоже, пришло время, когда он может прекратить свое существование. Да, есть политическая воля, и этот совхоз хотят ликвидировать.
Он мне рассказывал, как ликвидированы были совхозы рядом два. И там после ликвидации директор просто не пережил этого, умер. И я хочу сказать, что надо поддержать его, потому что если мы позволим такие народные предприятия закрыть, то ну, ничего хорошего завтра нас не ждет. Хотел бы вас попросить быть активнее, сегодня прийти домой, свои подъезды, рассказать, что был митинг. Да, нас сегодня мало, к сожалению, я вот смотрю, тут человек 200. Если бы тут вышло 2-3 тысячи, а лучше 10, я думаю, власть реагировала бы по-другому. Прошу вас, просыпайтесь сами, будите соседей, ходите на выборы, приходите на те акции, которые проводит коммунистическая партия и другие протестные движения, которые работают над тем, чтобы жизнь сделать лучше. Я тоже был поражен этим совхозом и эту мысль привез сюда, и в прошлом году мы пошли на выборы в Надеждинском районе, попытались создать территорию социального оптимизма на отдельно взятой территории, как говорит Павел Николаевич. То есть общий призыв. Давайте скажем «нет» нападкам на совхоз имени Ленина. И давайте просыпаться, давайте будем активнее. Никто, кроме нас, нашу жизнь лучше не сделает. Ни хороший президент, ни хороший губернатор, только мы. И чем раньше мы это поймем, тем быстрее начнутся изменения. Все, спасибо. Товарищи, наш митинг подходит к концу. И в конце митинга я хотел бы зачитать требования резолюции. Товарищ, сегодня выступали с предложением и Гришуков Владимир Витальевич, и Беспалов Владимир Георгиевич носили предложение, уже проголосовали за. Мы их добавляем. Мы проголосовали за требования остановить резкий захват совхоза Русановский, да? Тоже добавляем к требованиям. И на самом деле сегодня, помимо этих требований, предлагается следующая резолюция. Участники митинга требуют правительство Медведева в отставку. Неспособное, недееспособное правительство, которое просто тащит страну в пропасть. Вся власть трудящимся. Правительству народного доверия начать претворять жизнь антикризисную программу КПРФ. Третье. Ликвидировать коррупцию и произвол властей. Остановить рост цен на продовольствие, топливо и тарифы ЖКХ. Отменить пенсионную реформу в ее антинародном виде. Увеличить пенсии до 50%, а то и выше надо, от средней зарплаты работника за последние 3 года. Минимальные зарплаты и пенсии должны составлять не менее 25 тысяч рублей. Возродить социальное завоевание советской державы. Распустить ЦИК Российской Федерации и краевые избирательные комиссии в их нынешнем составе, как не способны обеспечить выборы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Седьмое. Чтобы в информационной ставке кандидата на выборах была обязательная строка о его былой или настоящей партийной принадлежности, чтобы члены партии Жуликов и Воров не скрывались, не шли, как сейчас, самовыдвиженцами, чтобы это пятно клеймило их позором на всю жизнь. Остановить уничтожение экологии края. Прекратить рейдерский захват и нападки на совхоз имени Ленина и его руководителя Павла Николаевича Грудинина. Обеспечить людям труда, достойную жизнь, право на отдых и образование. Долой диктатуру олигархов и чиновников, вернуть власть трудовому народу. Кто за эту резолюцию, с исключением вопросов, которые уже до этого голосовались? Кто за, прошу голосовать. Спасибо, друзья. Митинг, проведенный в защиту совхоза имени Ленина, считаю закрытым. Мы подписываем. Сейчас быстро скажу. Уже дадут заявку, да? Сейчас я быстро скажу. Она говорит. Это непонятно, что народ поддерживает.
Я быстро скажу. Мы подписываем сейчас заявление губернатору Приморского края, чтобы он в связи с законодательной инициативой о возможности ликвидации региональных особо охраняемых природных территорий, это заповедников, заказников, памятников природы, чтобы он дал разъяснение конкретно по каждой, почему, по каким причинам он собрался их ликвидировать. Он говорит, что якобы там некоторые прекратили свое существование. Это первая ступенька к дальнейшим действиям. Очень прошу подходить и подписывать. Так, товарищи, участники митинга, подойдите, пожалуйста, сюда, давайте сфотографируемся. Ты сюда вот выстраивайтесь. Спасибо. Ты мне когда видео скинешь? В понедельник, наверное, да? Как вы? Не монтируй. Да мне, может, не монтировать. А он большой будет, наверное, не монтировать. Ну, не монтированный, да. Я буду вести на флешке. А вы будете обрезать его что-нибудь? Ну да, немножко обрезать. Ну тогда обрежьте. А, и вы выложите у себя. А вы когда у себя выложите? Ну, я попробую. Ну тогда, если что, ссылку мне тогда скинь, Саша, скинь. Я тогда ссылку вашу вставлю на вас, если хочешь будет. Хочешь будет так. Хочешь будет так. Саня, фотографию сделай. А сейчас. Да, ребята, видео записали. И не смерть, что кнопка жизни выдавать ключи. Хоть плачь, хоть ой, но только не молчи. Субтитры сделал DimaTorzok.